Всем привет, братья и сестры, на связи отец Евген. Добро пожаловать на новенький видеоролик по PUBG New State. Я прямо сейчас залетел на второй альфа-тест новенькой королевской битвы New State. Это игрушка, которую лично я безумно жду, которая, по моему мнению, будет самой лучшей игрой в этом году для мобильных устройств, которая гарантированно просто разнесет все королевские битвы на мобильных устройствах. Я считаю, что именно эта игра будет той самой игрой, которая убьет Free Fire. И мне за эту фразу никто не заплатил, поэтому не думайте, мне PUBG New State за это не платят. Я Free Fire-щик, я очень сильно люблю Free Fire. Но точно так же сильно я очень жду New State. Это первый запуск, я в игрушку еще не играл. Я в нее зашел, сделал настроечки, посмотрел там, как что катается, работает, не работает. И сразу же открыл ОБС-ку, включил запись, и сейчас у нас будет первый, так скажем, тест. Посмотрим, как это играется, как это ощущается. Сейчас мы находимся на загрузочном острове, я так понимаю. Вот так это у нас все выглядит. Довольно симпотно. Так, давайте смотрим. Начинается у нас каточка. Вот он наш огромнейший остров. Я, честно, все эти локации не знаю, поэтому мы сейчас рандомненько какую-нибудь локацию выберем. Ну, давайте пусть это будет месса какая-то. Прыгнем туда. Я играю на ультра настройках графики, телефон у меня Realme 7 Pro. Для тех, кто не в курсе, данная игрушка, она разрабатывается именно разрабами оригинального PUBG, который на ПК. А здесь уже не принимают участие сторонние студии, вот как в PUBG Mobile, например, Tencent, да, разработкой занимается. А здесь же их нету. То есть это оригинальные, настоящие разрабы PUBG взялись за мобильную игру. Это новый совершенно проект, который кардинально будет отличаться от мобильного PUBG, который вы все привыкли видеть, да? Так, все, лутаемся. Здесь я слышу шаги. Тихо, я слышу шаги. Где? Где? Так, 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 лутаемся, лутаемся. Я так понимаю, это был бот. Обычно всегда в первом запуске боты. Сразу же, что хочу подметить. Вот такого вот режима, да, прицел от плеча, так скажем, его в мобильном PUBG, насколько я знаю, нет. То есть эта фишка именно здесь используется. Она есть в компьютерном PUBG, но в мобильном его вот подобного прицела нету. И это довольно прикольно. По графике, первые впечатления, очень симпатично. Это по-любому намного круче, чем в том же самом Free Fire. Конечно, глупо сравнивать вот эту игру с Free Fire, но тем не менее, так как я Free Fire-щик, я имею полное право ее сравнивать. Да, я постоянно играю во Free Fire, у меня постоянно стримы по Free Fire. И первая игра, с которой я это сравниваю, это, естественно, Free Fire. Так, тихо. Еще кто-то. Но это тоже бот. Я не знаю, ролик передает, не передает ту графику, которую вижу я, но у меня это все симпотно. Это реально все классненько. Единственное, я не настроил управление под себя. Я потом за это заморочусь, все настрою. И как бы мне будет намного удобнее играть. Сейчас я играю со стандартным управлением. То есть, поэтому не обращайте внимания, если я вдруг туплю, играю как ботяра. Это первый запуск. Играть еще не умею. По ощущениям, охрененно. Это реально намного круче, чем... О, тачка, сейчас возьмем. Чем тот же самый Free Fire Max. Я буквально вчера впервые зашел во Free Fire Max и сравнил графику Макса с оригинальным Free Fire. И вот скриншоты, как это все выглядит. Слева Free Fire Max у вас, справа обычный Free Fire. И честно, разницы я тут там не увидел. Сейчас я играю в New State, и графика здесь, по крайней мере у альфа-версии, да, это альфа, стоит это как бы не забывать. Графика намного круче, чем во Free Fire Max. Так, поехали куда-нибудь. Найдем еще фрагов. У нас 74 человека в живых сейчас. Так, а что это? А, багажник. Здесь есть багажник. Серьезно? То есть я могу, получается, со своего рюкзака скинуть какие-то ненужные вещи в багажник. И это прикольная тема на самом деле. Если я бы сейчас играл с квадом, мы бы могли просто, считай, ехать в машине и скидывать друг другу вещи в багажник. Прикольная фишка. Выглядит симпатично, реально очень прикольно. Не вижу прям каких-то супер различий от мобильного PUBG. Графика, по-моему, такая же. Но физика, она отличается. Могу смело сказать, что стрельба, вот сейчас я пострелял, да, немножечко, она отличается от мобильного PUBG. Машина ведет себя, ну, я бы не сказал, что как-то... О, баги, смотрите. Я бы не сказал, что как-то по-другому.
пока еще трудно сказать, что отличается, не отличается, но... Давай попробуем на баге. Хотя нет, давай залутаемся получше. У меня пушки какие-то отстойные, блядь. Надо взять нормальное что-нибудь. Так, давай сюда. Так, УЗИшка. Так, мне надо поменять автомат основной. Это мне что-то как-то так себе. Тихо. Слышу кого-то. Вижу. Прям подо мной. О, у него скар есть, отлично. Спасибо, братишка, за скар. Еще один. Блять, я юмп скинул. Хорош. Ну это боты, блин, камон, это боты. Выглядит потрясно. Реально, вот я сейчас играю, бегаю, выглядит это все очень прикольно. Очень неудобно на самом деле бегать по локации, которую ты вообще не знаешь. Я в ней первый раз, и я прям, если честно, пока что теряюсь. Так, что по гренам? О, смотрите. А, как здесь выбираются пушки. Просто удерживаешь... И вот так вот вводишь пальцем, выбираешь. Прикольно. Так, ну-ка попробуем грену кинуть. Какой взрыв будет? Как это сделано? Ну? Ну такое себе, честно. Ну, это альфа-версия, как бы, поэтому тут еще есть какие-то недоработки. Я уверен, когда будет релиз, выглядит это все будет поприкольней. Так, а дымовушка есть у меня? Да, у меня есть еще дымовуха. Давай попробуем дымовуху кинуть. Оп. Ну такое. Так, еще одна тачка, смотрите. Это что-то типа, я так понимаю, что-то типа Теслы. Давай попробуем на ней прокатиться. Ага. Так, и поедем куда-то, ну, в центр, вот я так понимаю. А действие игры разворачивается в будущем, 2052 год. Поэтому здесь такие футуристичные автомобили. Мотоциклы здесь, насколько я знаю, даже есть. Блин, ну выглядит прикольно, реально. Там, я так понимаю, дроп упал, да? Красный дымок, это же дроп. Попробуем забрать, залутать. Ну-ка, попробуем взлететь как на трамплине, ёпта. Тихо! Блять, это была плохая идея. А можно здесь менять от первого лица вид? Да, можно от первого лица. Вот такой вид от первого лица. Во время катки можно сразу поменять. Блин, ну это круто, это реально очень круто. Так, энергетик давай выпьем. Напишите в комментариях, как вам, что думаете. А вот дроп еще один скинул. И еще один. По-любому сейчас к дропам сместятся враги, поэтому я думаю, можно попробовать поехать туда. Мне очень нравится. Я просто, вот серьезно, я вам говорю, как есть. Я очень сильно жду этот проект, я возлагаю на него огромнейшие надежды. Я очень хочу, чтобы этот проект хайпанул, чтобы он стрельнул и чтобы он разорвал. Просто вот мобильную индустрию, мобильный гейминг, чтобы он разорвал. Это сейчас один из самых перспективных проектов, за которым я прям пристально слежу. И я сейчас кайфую. Вот все, что я сейчас вижу у себя на телефоне, я кайфую. Это реально очень круто. Я не знаю, YouTube насколько передаст... Так, смотри, бежит кто-то, бежит. Бежит к дропу. Попробуем забрать. Не знаю, насколько YouTube передает картиночку, но у меня... Блядь, это кайф. Это реально очень клево. Так, он за камнем вроде, да? Где-то вот там прячется. Едет. Вон он. Едет, смотри. За камнем. Башку дал! Ай, ёб твой рот! А, это человек был, слышал, он что-то сказал. Ну, вот такой вот у нас первый запуск. Первая каточка, топ-38. Не знаю, как вам,
А мне прям реально по кайфу. Мне очень нравится. Я сейчас обязательно по-любому в течение пары дней еще поиграю в эту игрушечку и какое-то потом свое мнение о ней сформирую. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ждете ли вы PUBG New State или нет? И вообще, как вам в целом эта игрушка? Какие у вас ожидания от нее? Или вы ярый фанат Free Fire и меня сейчас захейтите? Можете это тоже сделать в комментах. Но я фрифайрщик. Я очень сильно жду эту игру, и я думаю, что я по-любому по ней контент снимать буду. Ставьте пальчики, если этот ролик вам понравился, и подписывайтесь на мой канал, если до сих пор на него не подписаны. С вами был отец Евген, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ну а я пойду еще одну каточку. Блять, топал.